спасибо всем, что вы пришли. Сегодня у нас немножко необычный формат. Это музыкально-поэтическая программа. Она называется 50-50, потому что это будут и стихи, и песни. И я хочу начать эту программу с песни, с хорала, из проекта «Страсти по Матфею-2000», проект Петра и Екатерины Поспеловых, коллективное произведение по модели «Страстей по Матфею Баха». Ищите вы, чем бы поразить его. Вышли люди с кольями, кричат: идите сюда, вот он. Композиция, которая называется «Песенка Иуды». Вот она, смертная петелька моя, вот она, спетая песенка моя, петелька тугая, песенка плохая, люди, идите, смотрите на меня. Петелька все туже, песенка все хуже, люди,
приходят и смотрят на меня. Кто там на сине? Кто там синий-синий? Композиция, которая исполнялась на мотив песни «Хасбулат удалой». Помнишь ли, как с тобой вопрошали шутя? Прореки нам, пророк, кто ударил тебя? Что молчишь, раз пророк? Вот твой Бог, вот порог. Отвечай на вопрос, ты не сам ли Христос? Если сам ты Христос, не сойдешь ли с креста? Помнишь, как мы с тобой распинали Христа? Не прекращается ночь, о, больно мне, кричу во сне, никто не сможет помочь, никто не помнит обо мне, безмолвно я кричу во сне, мне больно, вспомни обо мне, спаси меня, да не усну в смерти. Это были фрагменты из композиции «Страсти по Матфею 2000». А сейчас я хочу спеть три песни, которые мы написали вместе с Витой Турецкой, поэтом и композитором из города Санкт-Петербурга. Песни из проекта «Живые помощи». Они называются «Фрейгиш». «Фрейгиш» — это такой еврейский музыкальный лад с пониженной второй ступенью. И об этом песня. «Катастрофа» и песня без названия по мотивам еврейского фольклора. Хватайте его, ловите его, под мостами, над крестами задержите его, да ко мне в руках принесите его, да ко мне лицом поверните его, может, я смогу ему понравиться, сговориться с ним, да подладиться, и вернуться домой те разведчики, что ушли за ним опрометчиво. Нам осталось полсекунды, чтоб в вагон войти. Нам осталось полсекунды, чтоб билет найти. Нам осталось полсекунды, чтоб раскрыть секрет, получить вопрос и возвратить ответ. Скажи, зачем нам нужен этот фрейгиш? Куда он нас увозит? Мы так хотим узнать. Евреи, еврейки, отклейтесь от скамейки. По лицам, как линейка, мы будем отъезжать. Без билета послать его к ответу, послать его к поэту, вершить свою судьбу. Поэт спросил три раза, зачем тебе наш мазл, и трижды плюнул на пол и подмахнул к тупу. Возвели шпайт, шпайт, мир дальше всем. Назвели блост, блост, мир жуще всем. Назвели клад, клад, мир крепче всем. Пусть это с нами будет больше всех. Берем за синей птицей, берем за синей птицей, берем за синей птицей, вперед за синей птицей, вперед за синей птицей, поезд мчится к мерцающей границе, но как ее пройти, так дымом растворится, гробом разразится, ливнями пролиться на хлебные пути. Назвали шпайнт, шпайнт, мир дальше всех. Назвали лойф, лойф, мир дальше всех. Назвали штейн, то штейн, мир крепче всех. Пусть это с нами будет раньше всех. Назвали флаг, смейтесь больше всех. Назвали хвейден, плачьте больше всех. Назвали швайн, станьте тверже всех. Пусть это с нами будет лучше. Лестница со сломанной второй ступенью, куда ведешь ты к просветлению или к отупенью, пенью, 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 пенью. Как до тебя добраться, как до тебя взобраться, и кто нам это делать разрешил? Или споткнуться и зачеркнуться разом, или взметнуться ввысь и стать веселящим газом, или это другой стоит и ждет вдалеке, слово забытое треплется на языке, или это другой идет с ответом в руке, и небо открытое теплится на языке. Сегодня катастрофы, хоть вчера была.
значит, все не так уж плохо, нету больше зла. Или все-таки таится где-то за углом эта серая волчица, что зовем и злом. Закрой двери на запор, сожги тихий разговор, на дне валяется ночь, ты мне не сможешь помочь. Нет сегодня катастрофы, но вчера была, значит, завтра будет плохо, будет больше зла. Или все-таки боится выйти на пролом эта рыжая лисица, что зовем мы злом. Закрой двери на запор, зажги тихий разговор, на дне валяется ночь, ты мне не в силах помочь. Вот проснулась катастрофа, кажет голый хвост, наконец-то стало плохо, вот и холокост. Неужели повторится роковой облом? Здравствуй, белая куница, что зовем и злом. Закрой дверь на запор, зажги тихий разговор, на дне валяется ночь, ты мне сумеешь помочь. Так, как ты хотел.
Еще одна песня о памяти и забвении. Der Seide und Gatan sang im starken Kopf, im Gerüstas und Kino vom Sinnen mit der Rot. Gekennt hat der Gedanken, was gewinnen, was machen, und ich hab um gewinnen zu vergessen alle Sachen. Ich frag dich, du gedenkst, etwas von der Mond. You're trying to remember, but you're failing to recall. Doch bist du mir schon freundlich, sag am Urlaub, sag allein. Und dann, ob ich auf dir acht wohne, sag ich dir nicht wein. Du sollst schon im Eure Gurne tun, ihr sollt sein von dir. Doch kannst du mir dann kennen, als du gehst, dann guck auf mir. Und wenn ich dich dann sehe, verstehe ich euch, und wer ich bin. Und bleib mir doch gleich wie 80. So very strong and healthy mind my dear grandfather had. I never gonna get insane, that's what he always said. He knew how to remember what was done and what was planned. And me, I'm now forgetting what I am and where I stand. I'm asking you if you remember this and this and this. You're trying to recall, but you're forgetting what it is. Again, you're angry at yourself, you blame yourself again. I'm trying to console you, but my efforts are in vain. You do not have to worry, dear, mir soll sein für dir. Cause when you look and see me, then you know it's me who's here. And when I look at you and see you, I know who's near me. Like in the Yiddish song called 80 Ellen 77. У дедушки была очень крепкая голова. Он говорил, что никогда не сойдет с ума. Он помнил все, что было, и все то, чему бывать. А я простые вещи начинаю забывать. Я спрашиваю, помнишь ли ты это с фунамон? You're trying to remember, but you're failing to recall. И вот уже ты сердишься мне на себя опять. А я тебя жалею, начинаю утешать. Не бойся, не печалься, чтоб не было за тебя. Когда ты смотришь на меня, ты знаешь, это я. Когда смотрю я на тебя, я знаю, это ты. И мы с тобой, как в песне, ах, цик, «Я иду с мечом судья», написано совместно с Юлией Вишневецкой.
Рассказывают, что когда рэп Амитай, досточтимый отец в Абьёйно, хотел похвалить сына, то гладил его по голове правой рукой, и когда же хотел наказать, то бил левой. Но почему? Маленький Йойно всегда хотел узнать, а спросить боялся. Рэп Амитай в подражание садогурским цадиком завел у себя порядок жить в роскоши. Но он был беден и говорил: нет золотой посуды, так можно же правильно держать нож и вилку, как это делают короли, бароны и лорды Базей. У них фасон превыше всего. Но Йойно никак не мог запомнить, в какой руке держать нож, в какой вилку. Он также не понимал, зачем вообще нужно при вкушении пищи держать нож. Однажды вечером после субботы он снова стал есть без ножа, и отец хлопнул его по лбу левой рукой, как всегда. И Йойно таки решился и спросил: «Таты, почему, когда ты хочешь похвалить меня, то гладишь правой рукой, когда же хочешь наказать, то всегда бьешь левой?» И рэп Амитай сказал: об этом написано в такой книге, которую может читать только настоящий Аита Хохам, а ты еще только маленький Алтер Тухас, тебе это еще рано. И Йойно спросил: «Таты, тогда объясни мне все это через какие-нибудь простые захан, простые вещи». И рэп Амитай сказал: эти простые захан ты держишь в твоих руках. И Йойно спросил: «Восмейнсто, что ты имеешь в виду?» Но он и сам понял, что отец имел в виду нож и вилку. И рэп Амитай сказал: вот видишь, Майнингала, если ты будешь есть одним ножом, тебе будет больно. Но почему? Нож колет, режет, он похож на меч, он может мстить и наказывать, ранить и убивать. Базей нож держит в правой руке, и правыми в их царствах зовут тех, кто охраняет правила, бьет и наказывает. И еще рэп Амитай сказал: теперь посмотри на вилку, ее концы ведут в две стороны, как споры наших мудрецов. Развилка — это перекресток, где каждый волен выбрать, куда ему идти. Базей вилку держит в левой руке, а левыми зовут тех, кто гладит, любит, разрешает выбрать. И Йойно слушал отца, а сам усердно работал ножом и вилкой, пока не съел все, что осталось после субботы. И пока он ел, отец говорил ему так: вот видишь, как нож и вилка помогают друг другу. Если бы у тебя был только нож, ты уже знаешь, что было бы. Но если бы ты ел одной вилкой, ты все бы размазал по тарелке и ничего бы не съел. Нож и вилка также должны помогать друг другу, как правые и левые силы Базей должны совместно поддерживать в их царствах и порядок, и свободу. И Йойно спросил: но почему же, если правая сторона должна наказывать, то ты меня ею гладишь? И если левая рука должна любить и жалеть, то что ты меня ею бьешь? И рэп Амитай ответил: эх, Манингала, это все так у них, Базей. А у нас, у Бней Исруил, правая сторона Хесед говорит о любви и милосердии Всевышнего, благословенно на левое, Буро, о гневе и справедливости. Посмотри на себя в зеркало, и ты сам это увидишь. И Йойно посмотрел в зеркало, и он увидел, что нож с левой стороны, а вилка с правой. И рэп Амитай сказал: вот так мы смотримся в них, а они в это время смотрятся в нас. И то, что у нас правого, то им кажется левым, а то, что у нас левого, то им кажется правым. Мы зеркало друг друга. Недаром и книги у нас пишут справа налево, а Базей все шиворот на выворот. Но поскольку ты еще маленький Алтер Тухас, а не какой-нибудь Аита Хохам, так тебе это знать не надо. Если вам понравилась эта сказка, я могу прочитать еще одну такого типа. Называется «Чистая правда, но...». Однажды Реб Шлойма из Бобруйска приехал к Реб Йойно в Бердичев на праздник Швуис. Он привез в подарок Реб Йойно арабский нюхательный табак, который получил из своего длинного брата со святой земли. Реб Шлойма и Реб Йойно сидели и пили чай, неторопливо ведя беседу о том, как вкус чая связан с его формой и с его именем. В это время к ним привели двух старых заклятых врагов – резника Берла и сапожника Михла. «Скажите нам, рабойцы, кто из нас виноват в наших бесконечных склоках, кровотычках и многолетних тяжбах?» — спросили Берла, Михал, обоих мудрецов. «Расскажите, из-за чего вы поссорились?» — сказали Реб Шлойма и Реб Йойно. «Во-первых, Берл не вернул мне вовремя долг. Во-вторых, он назвал мою двоюродную тетю сволочью. В-третьих, он ни разу не поздравил меня первым на Пейсах. В-четвертых, он всегда на меня косо смотрит. В-пятых, он несколько раз говорил обо мне в синагоге Лушунора и сделал еще мне много гадостей», — сказал Михал. Тогда спросили Берла, правда ли все это. И Берл сказал: «Да, все, что говорит Михал, чистая правда. Мы таки поссорились из-за того, что я не вернул ему долг. И я таки назвал его двоюродную тетю сволочь. И я таки всегда поздравлял его на Пейсах только в ответ. И я таки косо смотрел на него. И я таки да говорил о нем несколько раз в синагоге Лошиноры. И я таки довки да сделал ему еще множество разных гадостей. Все остальное слишком сложно, запутано, мало что меняет. И не стоит минуты вашего времени, которое вам лучше потратить на изучение Торы и на молитвы за мир во всем мире». И Реб Шлойма сказал: «Выходит, прав Михал, а Берл виноват. Видите, он сам подтверждает свою вину, добавляя, что детали мало что меняют. Так?» Но Реб Йойно сказал: «Я буду судить по-другому. Если оба врага объясняют причины своей ссоры одинаковым образом, значит, правильное объяснение должно звучать противоположным образом». И все спросили: «Как это может быть?»
Пикендозай. Ирамьёвин сказал, в любой ссоре всегда виноваты оба, поэтому не прав Михал во всем обвиняющий Берла, и таки не прав Берл, берущий всю вину на себя. Я думаю, что Берл догадывается, в чем была настоящая причина ссоры, и не хочет нам об этом рассказывать. Но почему? Потому что рассказ об этом занял бы всю жизнь, стократ более достойную того, чтобы учить Тору и молиться за мир во всем мире. И Рыбслойме сказал, поистине, в этом городе проживает Шехина, и рассказывал в своем городе, как мудро судит Рабьёйн. А Берл и Михал с тех пор помирились и стали Рабьёйнанами Хасид. Еще несколько стихотворений. Днем ждем. Днем ждем начала ночи, ночью начало дня. День делается короче для тебя и для меня. Ночь делается длиннее, в небе блестит луна. Небо еще темнее, чем было вчера. Марф. Марфа, Марфа, пред Богом суетишься, многом она да одно. Вода — это вино, вино — это кровь, кровь — это смотри, я, сестра твоя Мария, делай, как делаю я, сядь возле него, мой нозе его, слушай, скажет чего. Вода и вино. На свадьбе в Кане ни у кого в стакане не находится вина, приходится пить воду и говорит народу, как нет у вас вина, показывает воду, вот новое вино, и превращается вода, как никогда. Молитва. Да возрадуется душенька твоя, да возвеселится душенька твоя, да из жизни изженится горюшка твоя во веки веков и век века во имя хорошего человека. Башимхагиль, радуйся об имени твоем, веселюсь о фамилии твоей, восхожу на улицу твою, ведаю, где поместися дом твой, вижу тебя, встречаю тебя, именем зову тебя, имя твое от руки черчу, сколько захочу, токма тебе не имею, токма камушки, бумажки, ветошки имею, свечечки и всяческие спичечки имею, сделал бы из них тебя, но не умею, из того бы, из всего бы сделал бы тебя, из всего сделал бы тебя, но не умею. Сугроб. Поутру гулять в лес выйдешь, посреди сугроб увидишь серебристо-голубой, можно прыгать головой, небо тоже голубое, и спокойно, как в раю, совершится все с тобою, разрешат беду твою, небо тоже голубое, и спокойно, как в саду, совершится все с тобой, разрешат твою беду. Так, давайте я еще из цикла поэзии эпохи перестройки прочитать несколько. Да. У Рихтера и Аверинцева не шуточные такие, полупародийные, наверное. У Рихтера и Аверинцева огромные есть носы, поскольку интеллигенция, значит, они жиды. Жид еврею говорит, ты аид, и я аид, ну а этот вот другой, агой. Мы же сыдым, мы хорошо сыдым, а старый жет нас старожет. Дальше есть стихотворение про трех мушкетеров. Есть христианский вариант, Атос и Портос делили Артос, а Арамис принес Антиминс. И есть еврейский вариант. Атос и Портос делили мацу, а Арамис дал им каждому по одному яйцу. Теперь, значит, я хочу прочитать еще стихи, такой диалог Роя Медведева и Шафаревича в форме рок-н-ролла. Он прозвучал в 1986 году, после того, как Вадим Кожинов опубликовал в журнале «Молодая гвардия» исследование о роли евреев в русской революции. Рой Медведев. Чтобы ошибок старых вновь не повторить, будем мы о Сталине писать и говорить, будем мы доказывать, что Сталин гад, скоро приживется этот взгляд, и тогда народу наконец покажут полную свободу, будет от прилени не идти вперед, весь родной народ, весь родной народ, ауе, ауе. Шафаревич. Зачем все это надо? К чему напрасный труд? Когда ответов правильных народу не дадут, откуда взялся Сталин и какая сила гримаса культа личности на свет родила? Шабидуба, вакуба, шабидуба, вакуба. Рой Медведев. Вот ты, математик, вот ты скажи, зачем мы вышли на эти рубежи? Подъемы экономики и творчества масс в процессе перестройки ожидают нас. Своим умом техническим ты видишь ли, каким горизонтом мы теперь пришли? Меня восстановили в КПСС, повсюду демократия и мощный прогресс. Ой-е, танцует. Что я математик, так это таки да, но все же технократия мне в общем-то чужда. Я верую в Бога, я христианин, я вижу очень много со своих вершин. Я много философствовал за эти годы и полностью освоил категорию свободы. И мне свобода личности дороже всего, но только в контексте идеала моего. Шаби Буба, Лапуба, танцует. Какой же идеал? Скажи скорее, почему ты не сказал? Скажи, какое кредо у тебя, моншер? Чего ты исповедуешь, живя в СССР? Подмигивает.
Игорь Шифаревич, каким-то странным тоном говоришь ты мне теперь, в нем что-то доисительское есть, поверь. Я знаю, что все левые способны на донос, но ты еще должен со мной решить вопрос. Тебе свое я кредо, конечно же, открою, как честному Медведеву, как праведному Рою. Но все же мы с тобой должны сперва уже понять, пришло ли время Сталина публично обвинять. Шабидулба, вапула. Про Медведев. А слушай, Шифаревич, чем недоволен ты? Какие сокровенные твои мечты? Зачем ты против Сталина не хочешь вонять? Неужто ты могешь его простить и понять? Нет, и еще раз нет. Сталин был убийца, палач и людоед. Об этом написали немало горьких слов. Бурлацкий и Заславская, Шатров и Рыбаков, Ролентандо. Но только лишь один, литературный критик, Кожинов Вадим, попробовал коснуться в капитальном труде того, чего не трогал никогда никто нигде. Медведев, ты знаешь, Шафаревич, читал я этот труд. По мне уже мурашки в кавычках. По мне уже мурашки от него бегут. Какой-то черносотенец, какой-то мракобес. В ненужные мне дебри он зачем-то вдруг залез. Ему почему-то в башку пришло, что сталинизм — международное зло, которое бушует, типа не стихая, от Хайфы до Москвы, от Мадрида до Шанхая. Иронически, с сомнением в голосе. Ему элементарные там вещи не видны. Ведь сталинское время — беда одной страны, беда одной эпохи, уж которая прошла. А мы разоблачаем эти подлые дела. Читал ли, Шафаревич, ты Гроссмана роман, в котором был развеян мифический туман? И Сталин там, и Гитлер так ужасно похожи. Писатель утверждает, что они одно и то же. Шафаревич отвечает. Не может человек с фамилией Наман развеять, как сказал ты, мифический туман. Не нюхал он России, и не может он понять, кого сегодня должен он клеймить и обвинять. Одно лишь исключение с фамилией Наман, то Осип был Эмильевич, хороший был пацан. Но только те три буквы у него стояли, не как у всех в конце, а почему-то в начале. А Гроссман утверждает, что Россия раба, поэтому мне пофиг его жизни судьба. Рой Медведев, но как мне, Шифаревич, согласиться с тобою? Ты этим призываешь ведь погрому и разбою. Ты этим призываешь ведь евреев бить, а партия нас учит все народы любить. Медведев, ты не понял, чего я говорю. Еврейские погромы я вовсе не творю. Евреев бить не надо, не нужно убивать. Зачем об эту нацию нам руки вдруг марать? Насилие противно христианской этике, в которой я, поверь, сильнее, чем в арифметике. Но просто я боюсь, брат, как бы они не делали дурного, оставаясь в тени. Я им доверяю, как любому народу, но вывести хочу я их на чистую воду. В истории России, ты сказать мне позволь, они сыграли очень нехорошую роль. Шабиду, балапу. Да ты же истмата не знаешь, брат. Не нации, а классы историю вершат. И прежде чем всю нацию сегодня обвинить, рабочих и буржуев там ты должен отличить. Шафаревич, буржуи и рабочие здесь ни при чем. Тебе я говорю совсем ведь о другом. Ведь я ж про русофобию, я про социализм. Ты знаешь, как я, в общем, не люблю марксизм? Медведев, скажи мне, Шафаревич, почему это так? Вот ты социализму заклятый враг, а он тебя любил, взлелеял и вскормил. Скажи мне, Шафаревич, почему ты ему мил? Шафаревич, раскинувшись в кресле в позе античного деспота. Сейчас. Примерно так. Сидит и говорит. Скажу тебе, Медведев, а ты ведь не дурак. Я живу в России, и России я не враг. Россия откликается на русский зов, и говорить не нужно слишком много глупых слов. Ведь мудрость у России есть давно испокон, и в опыте подвижников далеких времен, и даже в современности тоже есть ростки, святости, аскезы и народной тоски. Разговор длится до бесконечности. Если вам понравилось это стихотворение, и если хорошо слышно, я могу прочитать еще посвящение Виктору Астафьеву. Хорошо. Значит, там есть эпиграф из воспоминаний Астафьева. «Детем я был, услышал по радио песню, и с утра до вечера все повторял ее красивые слова. Средь шумного бала случайно. Тревоги морской суеты. Мирской было что-то непонятное, я пел морской. Иду из школы по снежным игарским убродам и пою себе под нос. А впереди женщина замедлила шаги, обернулась. Мальчик, ты неправильно поешь. А песня во мне более не возникала. И вот ныне мне хочется сказать той женщине и всем. Дети поют всегда правильно. Это вы разучились их правильно слушать». И дальше в стихах упоминаются названия «Затиси», «Речка Виви», «Вечно живи, речка Виви», «Зрячий посох» и персонажи романа «Царь рыба», Гога, отрицательный герой, и Аким, положительный герой. «И видится мне, как в далекие годы, задумчиво глядя вперед, из школы по снежным и гаргским убродам, Астафьев мальчишкой придет. Еще не записана первая запись, пустуют романов листы, идет и поет он от вьюги, не пятясь, в тревоге морской суеты.
Прохожая женщина высокомерна, а мальчика тронула дрожь. Мирской, не морской, ты ошибся, наверное, неправильно мальчик поешь. И было ребенку тогда непонятно, что спутал он в песне простой, а песня уже не вернулась обратно к нему из-за женщины той. Не скоро он смог ей ответить. Сквозь мглу прокатившихся лет на свете поют всегда правильно дети, у них букв неправильных нет. Они усанут, снисхождения не просят, их песни поются легко, как нежная ария Ковородоси, как «Где ты, мое Слико?». И так же, как дети, светло и свободно от снобских и жлобских свобод. По майским снепям и по южным убродам поет свои песни народ. А враг неусыпный, живой и поныне, надменный и мудрый на вид. Вменить не ребенка уже, а мужчине неверную букву спешит. Поэты и дети, не слушайте теток, в премудрости их не несть Бог. Суровый Аким, подкупающий кроток, в толпе разъярившихся гог. Писатель, молчи, отвечать им не надо, они не поймут ни аза. Уста их от века исполнены яда, и хитро блистают глаза. Пускай за тебя им ответит деревня, десятки измученных рек, и зрячий твой посох могучий и древний, и мотя святой человек. Пускай им ответит родная береза и вечная речка Виви, и вся непростая, серьезная проза, которая учит любви. Пускай за тебя вся Россия ответит толпе хитромудрых клеврет. На свете поют всегда правильно дети, у них букв неправильных. Последнее стихотворение, которое я написал сегодня, не судите строго. Я Штирлиц, я тихий воин, тихий секретный воин, странник инкогнито. Они говорят, кто такой он, ответа не знает никто. Я спокоен, я совершенно спокоен, совершенно секретно спокоен, меня не узнает никто. Я Штирлиц, my name is Штирлиц, ich bin der Stiller Штирлиц, traveling in disguise, traveling in the skies, traveling with the spies, the walls have eyes. Где-то там, родина-мать, говорит что-то там, где-то там, но я перестал понимать. Где-то там, милая Кэт, говорит что-то там, где-то там, но у меня ее нет. Я сначала хотел передать ей шифровку, 17 мгновений, весна, но потом я сделал себе остановку, поставил себя в режим сна. Я хотел ей из сейфа отправить записку, 17 мгновений подряд, но время Че уже близко, уже про меня говорят. Правда ли это Штирлиц, или это вовсе не он? Вдруг это вовсе не Штирлиц, а переодетый шпион? Правда ли это Штирлиц? Скажите, надежен ли он? Или это вовсе не Штирлиц, а русский советский шпион по имени Павлик Леон? Значит, давайте я спою вам несколько песен поэта Гильяра, французского замечательного шансона. Засыпай уже час ночи, а ты все плачешь, спать не хочешь. Радуги свет в твоих глазах, кто-то проснется в слезах. Цветавы, будто бы слезы, цветавы, будто бы плач. Эта история простая, он белым был, она цветная. Серые лица, серый народ, что-то случится, кто-то умрет. Цветавы, будто бы слезы, цветавы, будто бы плач. Спелые вишни, черные руки, алые губы, цвета разлуки. Белое солнце и поля, где-то затянется петля. Цветавы, будто бы слезы, цветавы, будто бы плач. Фиалки, васильки, розы, сирень, ромашки, мимозы. Он ей принес букет цветов, они были разных цветов. Couleur, vous êtes de l'arbre, couleur, vous êtes de pleurs. Они бежали в сторону моря, они смеялись, весело споя. Они купались в морской волне, здесь будет выстрел, кажется мне. Это деляма, куля, это депла, цветавы, будто бы слезы, цветавы, будто бы плач. Синее море, одно и то же, для белой кожи, для черной кожи. Кто-то в море купается, и чья-то кровь проливается. Цветавы, будто бы слезы, цветавы, будто бы плач. Кровь на землю прозатится. Спи, бай-бай, сомкни ресницы.
пластинки мелодии поет гипер. А это боль в ногах от мозолей, от мозолей. А это боль в ногах от мозолей, вся погас. Ну и что, что купили другие из овцы сапоги дорогие? Ряд ноги тупые с турки, значит, ноги опять велики. Клавиши Баха, и трубка Магритта, и шапка Мономаха, и счетчики Гейгера, четчики Ацгеймера, локона Эйнштейна, и тапки Виттенштейна, и маятник Фуко, и сам Фуко, и другой Фуко, и Умберт Эко, и ботинки Эко, и продукты Эко, и курочка Эль Поло Локо, и стерилизованное молоко, и натуральное молоко, и натуральные кудри, места, чтобы пудрить, места, которые можно промывать, и места, которые можно клевать, и овечьи мозги, и человечьи мозги, и телячьи мозги, и собачьи мозги, и куриные мозги, и петушиные мозги, и масляные головушки, и желтые носки, и шерстяные носки, и ХБ носки, и новые решения от скуки и тоски, и стихи, и проза, и поксилы, и прозок, и шторы, и ткани, и полы, и потолки, и басё, и то да сё. И все-все-все, и это еще не все. А вот извольте-ка посмотреть на этот остров, остров, где все у нас есть, и розовые бантики, некроромантики, книга о пресяно-полексической семантике, такой покемон, секой покемон, и лотриамон, и громкий крик камон, и сладкий цитрамон, и горький анальгин, и серо-буромалин, первый в мире витамин, и пентагенен, в пять раз сильнее боли. И русское поле, и вольная воля, и дедушка Коля, и дедушка Ваня, и три сестры, и клоп, и баня, и четыре комнаты, и пять вечеров, и 38 попугаев, и 16 докторов, и 8,5, и явка с повинной, и медвежонок Винни, и my cousin Уинни, и жирные свиньи, и райские птицы, и новые лица, и платье сица, что может носиться, и в руки проситься, и в руках синица, в облаках журавль, и в небе колесница, и в море корабль, и лодка подводная, и водка народная, и пиво пенное, и чудо вокновенное, и личико бледное, и яичико медленное. И петушок золотой, и рэпер крутой, и басё, и колбасё, и это еще не все. А вот извольте-ка посмотреть
На этот остров, где все у нас есть. И статуя свободы, и собор Святого Вита, и две большие башни, ни одна еще не сбита, и мост через него, и человек на рандеву, и черная уздечка для белой кобылицы, и черная речка для северной столицы, и ноги, и руки, и нос, и ресницы, и маленькая птичка, и большая птица, скоромная пицца, постное масло, положенное масло, мороженое мясо, животная сказка, растительная сказка, бытовая сказка, волшебная сказка, и смешанного типа, и средства от гриппа, и средства от порчи, и средства от глаза, и слезы из глаза, и сопли из носу, и успехи в бизнесе, психоанализ, чтоб мозги не разболтались, и басё, и туда сё, и всё, и это еще не все. А вот извольте-ка посмотреть на этот остров, где все у нас есть. И панигирик Феликсу, и Домундычу Дзержинскому, и гимна Леониду, или чуть не про Дзержинскому, и новый Орбит, и старый Арбат, и тройная защита для всех ребят, и мятный пепермин, и сочный джус, и фрут, и буржуазный капитал, и пролетарский труд, и песенки Чуковского на музыку Чайковского, и книжки Маяковского с картинками Маковского, и синий фонтан, и желтый кафтан, и белый фантом, и мальчик Антон, и басё, и туда сё. Короче, у нас есть... Всё. Жила была девочка Нина, любила она армянина, а рядом с ней девочка сына, она полюбила грузина. Жила была девочка. No. Was a young lady named Marian, and she loved an octogenarian. And there was a lady named Pearl, and she was in love, obviously, with a squirrel. What does it mean? What does it mean? What does the song really mean? The song about love, the song about fate, the song is about you and me. What does it mean? What does it mean? What could it possibly mean? The song's about love, the song's about fate, the song is about you and me. Жила была девочка Роза, чем будет хороший риф. Любила она Дед Мороза. А рядом с ней девочка Ната, она-то любила юната. Жила была девочка Тина, любила она Буратино. А рядом с ней девочка Лена, ей нравилась просто полена. Was a young lady named Tina, and she loved a young entertainer like me. And there was a lady named Lena, and she loved an old vacuum cleaner. О чем это я? О чем это я? О чем эта песня моя? На тоске, о мечте, она в одной красоте. О чем это я? О чем это я? О чем эта песня моя? Она в тоске, она в мечте, она в святой красоте. There was a young lady named Annabel, and she was in love with it. Exactly. And there was a small guy named Sue, and he loved the cannibal too. Жила была девочка Надя, ей нравился собственный дядя. А рядом с ней девочка Мотя, ей нравилась Надина тетя. О чем это я? О чем это я? О чем эта песня моя? О грешной душе, о грешном пути, о том, куда нам всем идти. О чем это я? О чем это я? О чем эта песня моя? О смертном огне, о вечном огне, о тех, кто летает по мне, о старых друзьях и подругах, о дальних краях и разлуках, о долгих объятиях нежных, о горьких слезах безутешных, о нашей смиренной юдоли, о нашей мучительной боли, о нашей железной дороге, о нашем неведанном Боге, о нашей любви, о нашей судьбе, о нас, обо мне и тебе, о нашей тоске, о нашей мечте, о нашей былой красоте, о нашей душе, о нашем пути, о том, куда нам всем идти, о страшном суде, об адском огне, о тех, кто рыдает по мне. Я хочу спеть песню Жени Лопатник в переводе с идыша Яны Токарь при моем участии немножко. Она называется «Баллада о дикции».
Schön so ziehen. Schön mit mir, viel mit Ruhen, was schuld in der Nähe. Moin, schön so ziehen, es wird so schön. Aber sie hören alle Geschrei. Moin, schön сказал евреям, пойдемте со мной. Мы возвращаемся к почве родной. Мой еще сказал евреям, там будет клево. Но на них донеслось только странное слово. Пра-па-па-пау, пра-па-па-пау, пра-п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 ау, пра-па-па-пау. Ну так что заикался? Пра-па-па-па-па-па-па-па-па. Что это тос? Не на вопрос, это не сон. Это всерьез, что мы должны забрать штаны. Бить за каким-то заикой. Жмите за хлопчик, и вкус я будет клюв. Но не тяги, чулы, приковы, не слово. Что мы должны задрав штаны бранью рань в тьму таракань петь за каким-то заикой. Обер цубыс, обер фармоз, гриф не дергит, штило набит, злой фурфин, топать за ним. Эта мысль казалась нам дикой. Бо-ра-па-па-бо, ра-па-па-бо, ра-п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 а
рабов сказал лучшее время. Ну-ка, братья, жены, да оторвите-ка вы таки уже от кресел зады. Ну вот, ну вам отсюда пьять, придется нам здесь гулять, зато потом наша жизнь станет раем объять. Ну 10, 20, 30, 40, ну да-да-да-да, до хрена, зато потом у нас будет своя страна. Вот интересно, чтобы с этого вышло вообще, если кто-нибудь слышал уже, услышали все только пол. Совсем тоже. Я хочу еще сказать про альбом «Русское богатство». Его здесь нет, а этой песни нет ни на первом альбоме, ни на втором, которого тоже еще нет. Осенью мы его выпускаем. И на презентации будем петь эту песню на будущее. Ни композитор, ни происхождение текстов, я думаю, в представлении не нуждается. И тут белые снег, как по нитке скользя, I'm
Евгений Евтушенко, Иосифа Бродского и Бориса Пастернака. «Русское богатство», выпуск третий. Сейчас я хочу вам, так сказать, прочитать стихи. Наверное, наша программа подходит к концу. Я хочу прочитать стихи. Да. «Оратория «Жизнь» на музыку Пятой симфонии Чайковского». Это был проект уже Петра Поспелова. Один раз он исполнялся хором в сопровождении оркестра в Екатеринбурге. Я сейчас прочитаю отрывки из этого, из хоровой партии для Пятой симфонии Чайковского. Там за лесами, морями, там за седыми горами, там дальние края, там старые друзья. Я вдаль уходила дорога, память томила тревога, там юности мечты, там помыслы чисты, я и ты. Там без конца и начала грустная песня звучала, как мое сердце устало, кому теперь спою тоску, печаль мою, кому? Пора подниматься, пора, метель стучит ко мне в окно, пора собираться, пора, меня там ждут уже давно, довольно спать, почивать, пора, заискрился снег с утра, довольно жить, поживать, пора, начинать побег, ура, пора обуваться, пора, ко мне протянута рука, пора отправляться, пора, меня зовут издалека, пробил час, чтобы не сидеть, чтобы не лежать, чтобы не смотреть, чтобы не бежать, пробил час, собираться, пора, поздний час, чтобы не копить, чтобы не искать, чтобы не хранить, чтобы не терять, поздний час, разбираться, пора, грозный час, чтобы не желать, чтобы не хотеть, чтобы не мечтать, чтобы не жалеть, грозный час, запрягаться пора, звездный час, чтобы не забыть, чтобы не закрыть, чтобы не заснуть, чтобы не застыть, звездный час, устремляйся туда, да не знаю куда, на какую тропу ты зовешь меня, на какую войну ты ведешь меня, на какую луну ты возьмешь меня, как повстречаю тебя драгоценного, как узнаю тебя совершенного, как открою тебя сокровенного, как потеряю тебя несравненного. Твой час, твой срок, прочь страх, будь строг, стук в дверь, прочь спеть, вдруг верь, он здесь, как вор, как так, не спать, не спать, вот срок, стань строг, вот там, будь прям, стой там, пой сам, пробил час. Так он пел и стоял и смотрел, вот так он пел и стоял и смотрел, и вперед смотрел, так он пел и стоял и смотрел, неподвижно стоял и тревожно смотрел, и словами из песни сказал себе, пора собираться, пора туда, вот беда, я не знаю куда, я не знаю, что там, я не знаю, кто там. Тайны странный, вручи мне свет, дай мне самый простой ответ, дышит вопрос, слышит ответ, да, нет, напои меня, накорми меня, утоли меня, измени меня, увези меня, забери меня, окружи меня, удержи меня, может быть, кто-нибудь, что-нибудь, как-нибудь, кто там? Ныне, скоро, кто уставшие силы разбудит, ныне, скоро, кто кипящие мысли остудит, ныне, скоро, кто остывшее сердце согреет, ныне, скоро, кто живительным ветром повеет, край лунный, луг тайный, звук струнный, случайный. Свет ранний, юг млечный, бескрайний, предвечный, он нежною поступью входит навстречу. Час тихий, путь дальний, звук странный, печальный. Медовый и млечный, свет новый, свет вечный, печальный, беспечный, он входит навстречу. Верю, забытое слово исполнится, двери, закрытые слова откроются, край лунный, юг тайный, друг юный, случайный. Ныне, скоро, позабытое слово исполнится, ныне, скоро. Все закрытые двери раскроются, верю, все исполнится скоро. Все раскроются двери, ныне, скоро, верю. Белая стая вдаль улетает, тянется по небу, тихо тает, в поле и море, в поле и горе. Боже, зачем же меня оставил ты? Что-то случилось, все изменилось. Ты обратился ко мне спиною, предо мной стал другой стороною. Что же случилось, что изменилось? Чуждой страною, крепкой стеною, глухой стеною, чуждой страною, крепкой стеною, тысячу лет ждать мне ответ. В дыме и пире, в Риме и мире. Медленно тая, вдаль улетая, тянется по небу, клин устал, с поздней песней, грозной песней, слезной песней. И не стихают они, и не смолкают они, гулко курлычут они, будто бы кличут они в ту страну поднебесную тысячу лет. Мне снится ровный тихий свет, он светает во тьме и стихает, как будто в ответ, как будто мне в ответ. На десятки вопросов, тревожных, сложных, разных, праздных, странных, туманных, ничтожных, ложных, грустных, русских. Будет ответ, долгий ответ, краткий ответ. Он ответит, нет. Еле-еле он стихает во тьме и светает, еле-еле, или-или, еле-еле пелось тело, или-или пелся дух,
Пили-ели, пело с тела, жили-были, пелся дух, он светает еле-еле, он стихает или-или, он светает и стихает еле-или. Ви-эй-пи-эл-вэ-оми. Пелась песня, пелась цель. Музыка играет где-то далеко, сердце замирает, что-то забывает, понимает, забывает, вспоминает. Музыка играет весело-легко, песня проникает в сердце глубоко, весенний жаворонок вьется в синей вышине, тихонько песня вьется, плачет и смеется, ха-ха-ха смеется, хи-хи-хи смеется. Жаворонок вьется в синей тишине, и звонко песня льется, плачет и смеется, ха-ха-ха смеется, хи-хи-хи смеется, раз-два-три смеется, ранней весною травка шелестит, песенка смешная, в небе высоко летает, солнышко лесное сказочно блестит, ласточка с весною тенью к нам летит, слепая ласточка стрелой в сердце к нам летит. Ты в быстром сне приснился мне, воскресенье месяца апреля, песня зовет, лето придет, сердце веселя, и вот уже в моей душе все ноты музыки запели, ля, си, соль, ля, фа, соль, ми, фа, ре, соль, до, ля. Сердце ёкнет и проснется, улыбнется, и от песни радостной забьется, сердце дрогнет, оживится, встрепенется, и на месте сладостном забьется, скоро сказка скажется, сложится, свяжется, и светлой радугой зажгется, сердце с места стронется, снимется, сдвинется, трехцветной радугой зажгется. Вот как льется речка, льется, вьется, птичка вьется, в такт сердечко бьется, тик-так, тик-так, вот как тихий летний праздник, легкий светлый праздник, нам сердечко дразнит, вот так, вот так. Лето растает, птичка улетит, вновь осень настанет, сердце загрустит. Давай-ка поспешим, скорее убежим, смелее поспешим, отсюда убежим. Давай-ка поспешим, скорее убежим, мы вместе поспешим, мы с песней убежим, мы побежим, мы поспешим, мы полетим, мы пролетим, мы проплывем, мы промелькнем, мы пропадем, мы пропоем. Про то, как сердце засмеется и чудесной песенкой зальется, сердце вспыхнет, задохнется, захлебнется и на месте трепет нам собьется. Снова сказка скажется, сложится, свяжется и вечной радугой зажгется. Солнце с места примется, вскинется, двинется. Бессмертной радугой зажгется. Музыка играет, рвется к ней душа, песня не смолкает, ночью будет спать мешает, тело отмирает, сумерки дыша, трепетно внимает музыки душа, гордая вершина, тает в сизой мгле, тоскует чахлая печальная рябина, белая рябина, ровная долина, старая равнина, дольняя чужбина, осень на земле, такая старая знакомая картина, скучная картина, грустная картина, русская картина, вот и середина, что же впереди, небо половина, шепчет. Подожди немного, стелится дорога, тихо снег хрустит. Подожди немного, птичка прилетит, слепая ласточка тревога, в ночь к тебе светит. Вечерний шум наводит дух, свистят по улице метели, снова зима идет сама, как же дальше быть? Семь летних слез, семь светлых грез, куда-куда вы летели, ля, соль, си, ля, поздно грустить. И вот последнее. Белая стая, дальние горы, низкое небо над головой, ветром соленым дышит простор. В час, когда утро встает, не спится нам, в тучах мохнатых, в черных бушлатах, гордо шагают во тьме патрули, вспышки орудия мелькают вдали, где-то на стреме стоят корабли, где-то тревожно летят журавли, поднебесные трубы, грядущие гряньте, люди, живущие, встаньте, крепи воинственный шаг, держи таинственный флаг, вот это музыка, вот это музыка, вот это музыка одна, вот это музыка одна. Ты эту чашу мимо нас не пронеси, ми, фа, соль, ля, си, мы все отдадим, с любовью приступим, эта чаша будет наша, наши кости, наши очи, наши уши, наше все, наше утро, наши ночи, наши души, наше все, наши тени, наше все, наши окна, наши стены, наши двери, 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 встанем волны, верим, верим. Рай поднимается несчастливая, весть возвещается невозвестимая, вещи обретаются необретенные, речь извлекается неизвеченная. Двери откроются, стены разрушатся, карты раскроются, клятвы нарушатся, слово исполнится, руки поднимутся, чаша наполнится, горы подвинутся, тучи развеются, дума рассеется, солнце возвысится, сердце очистится, цепи расцепятся, скрепы раскрепятся, связки развяжутся, сказки расскажутся, время изменится, место останется, все переменится, жизнь продолжается. Спасибо. Человек живет, как трава растет, человечий век, как у травы цвет. Налетает ветер, облетает цветик, разы больше нет. Жил-был человек, работал, устал, лег в постель поспать хотел, а после не встал. Жил он, жил и умер, постарел и умер, ух, умер и не встал. Сразу же от тела отлепилась душа, и сразу полетела в мир воздушный не спеша. Вот так она летела, плакала и пела, пела чуть дыша. Плакала душа, здесь страшно мне одно,
собачьей жизни, в сучьей волчьей жизни плюнул на тебя. Господи, какой же тогда был я чудом, и все, что я не делал, все я делал кое-как. Но в этой вечной жизни, в бесконечной жизни будет все не так. Боже, разреши мне жить с тобою в раю, Боже, покажи нам во все благость твою. Господи, помилуй, Господи, помилуй эту тварь твою. Говорит Господь, а я тебе не рад, ничего не знаю, топай прямо в ад. Ничего не вижу, ничего не слышу, шлепай прямо в ад. Помнишь ли, Андрюша, как тебя я стерег? Так что ж ты свою душу для меня не приберёг? Слабенькую душу, маленькую, слушай, что ж ты не сберёг? За таких, как ты, на небе стыдно Творцу, на таких, как ты, смотреть противно Отцу. Ты сам себя принизил, сам себя приблизил к этому концу. Тяжело живут грешники в аду, кричат, скрипят зубами, клянут свою беду. Что же это, что же, как же это, Боже, я туда пойду. Держи мой твой вохаде и не отчаивайся. Держи мой твой вохаде и не отчаивайся. Радости моя, услыши меня. В этом темном месте здесь только ты одна. В этом стрёмном месте слышишь эту песню только ты одна. Скоро, уже скоро ты на помощь придешь. Ты скоро мне поможешь, скоро ты меня спасешь. Я знаю, ты все можешь, ты мне поможешь, ты меня спасешь. Радости моя, ты знаешь, что со мной. Нет, кроме тебя, надежды никакой. Нет, кроме тебя, защиты никакой. Нет помощи другой. Ты все про меня знаешь, ты сама все поймешь. Ты им все расскажешь, ты меня спасешь. Ты им все расскажешь, про меня расскажешь, ты меня спасешь. Радости моя, ты знаешь, что со мной. Нет, кроме тебя, надежды никакой. Нет, кроме тебя, защиты никакой. Нет помощи другой. Ты все про меня знаешь, ты сама все поймешь. Ты им все расскажешь, ты меня спасешь. Ты им все расскажешь, про меня расскажешь, ты меня спасешь. Держи вот твоего аде и не отчаивайся. Держи вот твоего аде и не отчаивайся. Все, что происходит, до конца осознавать, ничего не признавать, конечно, истинной, ведь истин очень много есть у Бога. Если ты читал Бадью, то ты читал о верности событию, которое приходит в жизнь твою и делается для тебя моментом истины твоей. Живи по ней, не забывай, не предавай, давай, давай, давай. Продолжай идти, продолжай идти, продолжай идти, хотя другие есть пути, но ты продолжай идти, продолжай идти, продолжай идти туда, куда ты захотел идти тогда, когда все стало по-другому. Принимай за аксиому эту истину твою, чисто конкретную, кому-то непонятную, кому-то незаметную, но для тебя единственную, новую, заветную, радостную и светлую. Продолжай идти, продолжай идти, продолжай идти. Не поддавайся ни обману никакому, ни дурману, ни каким-то ностальгиям, утопиям, подобиям и копиям той истины, которую ты любишь, не бессмысленным попыткам превратить ее в закон для всей земли, ведь эти люли для люли, как сладкие пилюли для уставших жить и двигаться вперед, для тех, кто верит, что умрет, а мы не будем умирать, мы будем жить и продолжать идти туда, куда мы шли, и мы тогда увидим, что вдали, что впереди, ты только никуда не уходи, продолжай идти, продолжай идти, продолжай идти. Политика победы.
Это знали Архимеды и Ромео, и Джульетты, и революционеры, те, которые боролись с богачами, и великие поэты, настоящие Овидии, Лукреции, Вергилии, и Горации, которые имели за плечами одни только травмы и фрустрации, но также и реальные события, любовные соития, научные открытия, могучие стихи и песни, мы не стоим на месте, добро важнее зла, любовь сильнее смерти, она уже пришла, мы не умрем, границу перейдем, и будем песни распевать, и рюмку водки наливать. И последняя песня, я хочу спеть песню, которую очень люблю. Песня новеллы Матвеевой «Караван». Я думаю, что все ее знаете. Если кто-то захочет, может даже вместе. Сейчас эту песню. Спасибо вам всем, что пришли. Спасибо. Мой караван шагал через пустыню. Мой караван шагал через пустыню. Первый верблюд о чем-то с грустью думал. Остальные вторили ему, и головами так они качали, словно на чём-то знали молчали, словно на чём-то знали, но не знали, как рассказать, когда, зачем, кому. За ними шуршали среди песка и зноя. Что это там, что это там такое? Белый корабль, росты переплетенья. Руки пожёлки, вода дорогой. Из-под руки смотрю туда, моргаю. Я загрустил, лишь люд письма из дома. Все через брак у верблюда. Сказать товарищ хлопнув по плечу. Я же в сердцах пошлю его к верблюду. Я же в сердцах пошлю его к верблюду. И у тебя учиться, мол, не буду. И у верблюда тоже не хочу. Друг отошел, да чтобы скрыть обиду, книгу достал, потрепанную с виду. Хорошего окончания дня. Хорошей недели. Спасибо. Спасибо.